меня зовут Поззи, и сегодня мы вместе с вами поиграем в игру под названием «Копай, чтобы побеждать». Мы с вами появляемся возле такого вот поля, и у нас в руках есть вот такая вот бомбочка. Мы ее с вами кидаем вот сюда, и получается у нас вот такая вот дырка. Идите в зону раскопок и нажмите, чтобы сбросить бомбы. Копайте, чтобы получить выигрыши. Короче, могу ли я сразу много этих штук здесь заспавнить? Да, смотрите-ка, я зарабатываю какие-то взрывы, и, судя по всему, я их потом смогу обменять на более улучшенные бомбочки или, может быть, на каких-нибудь питомцев. Кстати говоря, у меня тут есть какой-то подарок. 3500 взрывов подарок, плюс 100 кубков, плюс 50 бриллиантов и какое-то яйцо. Нифига себе, мне тут насыпали, а? Я получил хомяка. Подземный хомяк. По-моему, звучит очень эпично. Итак, нам нужно с вами докопаться до самого центра земли. Я думаю, что я могу тоже спуститься вниз вот так вот и здесь бросать эти бомбочки. Смотрите, они меня даже не дамажат, жизни у меня не сносятся. Мы с вами доходим до 15 кубасиков. Та-дам! Мы дошли с вами до гранита. А это означает, что нам осталось совсем немного до того момента, как мы с вами дойдем до самого последнего ресурса. И это он, кстати говоря, выглядит он достаточно странно. Что это вообще такое? Это кирпич какой-то подземный, да? Представляете, подземный кирпич. Это новый ресурс, который только что я придумал. Опа! Все, ребята, мы с вами прошли полностью весь первый уровень. И также мы можем с вами приобрести себе новую бомбочку. Это у нас череп, который дает плюс 10 к скорости. Давайте мы потратим все взрывы, которые у нас есть, на улучшение наших бомбочек. Пускай будет спайк. По-моему, он должен быстрее подрываться здесь. А, нет, ну примерно так же, с такой же скоростью. Тогда непонятно, при чем здесь скорость. Ладно, давайте просто буду стоять здесь и сбрасывать бомбочки вниз. Они вообще там успевают долететь? Да, вроде как успевают долететь. Они активизируются только в самом низу. Мы с вами падаем вниз. У-ху! Нифига себе! Я получил 57 бриллиантов. За что? Просто за эпичность моего прыжка? Я понял, это у нас симулятор эпичных прыжков. Окейушки. Примерно за один круг мы с вами получаем около 1000 взрывов, которые мы можем с вами потратить, опять же, на эти бомбочки. Но меня больше интересуют, конечно же, питомцы, поскольку у меня уже 228 кубков. Какое яйцо мы с вами откроем? За 50 кубасиков или за 15? Ну, конечно же, за 50. У нас отсюда уже есть вот такой вот хомяк. Может быть, нам сейчас выпадет какой-то более редкий питомец с шансом 1%. Открываем с вами яйцо, и нам выпадает цыпленок обычный. Зато теперь у меня 2 питомца, и мы с вами будем накапливать взрывы в 2 раза быстрее. Ладно, давайте еще разок откроем. Пускай будет 3 питомца. Посмотрим, сколько мы можем базово надеть питомцев. 3 питомца, по-моему, очень даже неплохо. Также тут у меня опять есть какие-то подарочки. Плюс 35 тысяч бонусом. Нифига себе. Здесь бонусы какие-то вообще несопоставимые. Вам так не кажется? Ладно, так уж и быть. Ледяную бомбочку с вами купим. Чтобы попасть в пустыню, нам нужно набрать 750 кубков. Это означает, что нам раза 2 или 3 придется пройти еще вот эти вот ямы. Так что давайте не будем с вами медлить. Проспидраним все это дело. 750 кубасиков, я иду. Что это, кстати, за окна? Это текстура. О, нифига себе там красиво снаружи. Жаль, что это всего лишь текстура. Я бы на самом деле жил бы в таком месте. Хотя, может быть, это Антарктида. Ладно, нет, в Антарктиде бы я точно не стал бы жить. Кстати говоря, напишите прямо сейчас в комменты, стали бы ли вы жить в Антарктиде. Вот такой вот странный вопрос к вам. Следующий бонус по кубкам я получу через 13 минут. Это еще не скоро. Мы можем с вами сделать ребит, получить буст к нашей прокачке. Плюс 10%. Но нас это не совсем интересует. Нам это не нужно. Давайте зайдем с вами в магазин и посмотрим, что же я могу здесь приобрести. Тут у меня есть эксклюзив бомбовое яйцо. Стартовый пакет с пчелкой, плюс 100 кубасиков и плюс 500 бриллиантов. Я пока не понял, куда нам расходовать с вами эти бриллианты. Возможно, только на следующей локации они нам пригодятся. Также у нас здесь есть X2 победы. Это мы, конечно же, с вами покупаем за 349 робуксов. За каждый потраченный робукс вы должны поставить лайк под этим видосиком. Двойные бомбы есть за 1500 робуксов. О, вот это, по-моему, самый полезный геймпас, который только может быть. X2 мощность, ну а почему бы и нет? Хотя я не знаю, нужна ли нам X2 мощность. А, давайте я ее все равно куплю за 400 робуксов. Ну что ж, настало время протестировать все пасы, которые мы с вами приобрели. Да, действительно, мы с вами теперь выкидываем сразу 2 бомбочки. У меня 2 бомбочки в руках, а? А X2 кубки у нас здесь работают?
Да, судя по всему, они здесь работают. Сейчас мы это с вами узнаем. Бонус, бонус, бонус! Смотрите, у меня какой-то бонус. О, я себе фармлю бонус, вы смотрите. Пока бонус у нас еще действует, мы должны с вами продолжать кликать. Наверное, максимальный бонус мы здесь можем получить — это X3 или, может быть, какие-нибудь X5. Так, скидываю, скидываю, скидываю бомбочки. 30 секунд осталось. Хочу достигнуть лимита. Можно кликать на протяжении 1 минуты. X2,5. Отлично, телепортируемся. Давай дальше, давай дальше. Во, ребята, вот это я понимаю. Фарм, а, нифига себе. X3, я дойду до X3, у меня получится! Ладно, нет, не получилось. X2,5 это пока что мой максимум. О, у меня 38 тысяч взрывов, вы можете это себе представить. И мне осталось буквально 200 кубасиков, это все благодаря этому бонусу. Тут есть какие-то ежедневные бонусы? Ага, я их уже собрал, судя по всему. Так, можем ли мы с вами купить новую улучшенную бомбочку? Нет, это только на следующей локации. Блин, что ж там скрывается на следующей локации такого крутого, что... Чтобы купить следующую бомбочку, нам нужно обязательно перейти на следующую локацию. Я пока что не понимаю, если честно. И представить себе этого не могу. Здесь мы просто копаем Майнкрафт землю. Даже звук похожий, если честно. Так это он и есть, по-моему, да? Звук земли. Все, осталось 50 кубасиков. Последний раз мы с вами проходим все это дело. И, кстати говоря, мне даже не обязательно быстро кликать, потому что здесь есть лимит по спавну этих бомбочек. О, у меня 578 бриллиантов. Давайте, покажите мне, для чего мне нужны эти бриллианты. Мы с вами прошли полностью первую карту. Обновление? Что за обновление? Так, не понял. Ребитх предлагаете, что ли, сделать? А-а-а, смотрите, мы можем с вами прокачать за бриллианты себе удачу, шанс драгоценных камней, мощность и скорость прогулки. Я думаю, что мы с вами прокачаем мощность, чтобы наши бомбочки были хотя бы на 0,1% мощнее. Далее мы с вами прокачаем немного нашу удачу, плюс 3% к удаче. Давай еще больше. Давай, 6% удачи пускай у нас будет. И все, давайте, отправляемся на следующую карту. Я помню, я играл уже в похожий симулятор, и он назывался «Копай, чтобы выжить». А здесь у нас «Подрывай, чтобы выжить», потому что здесь все построено на бомбочках. Ого, мы в конце можем с вами получить целых 395 кубков. Нифига себе, я так долго фармил 790 кубков, а на этой карте я их нафармлю буквально за несколько уровней, да? Вот, смотрите, уже 1100 кубасиков. Это что? Сахарный тростник? Что он делает под землей? Я не понимаю. Подземный сахарный тростник. Ёлы-палы. Что только люди не придумывают для того, чтобы сделать свой режим каким-то уникальным. Так, это у нас песчаник из Майнкрафта. Это, знаете, рубрика «Попробую угадать, какой блок из Майнкрафта они взяли». По 42 взрыва мы с вами зарабатываем. 44 тысячи взрыва. Я думаю, мне хватит этого для того, чтобы купить себе какую-нибудь самую последнюю апгрейдную бомбочку. Как здесь тяжело ломаются вот сейчас вот эти вот блоки. 100% нужно улучшиться. Как-то очень медленно продвигаемся. На прошлой карте мы прям за секунду ее фактически проходили. Мы можем с вами купить себе пламя, затем бомбочку. И Игнатион. Что такое Игнатион? Что такое твистер? Твистер острый из KFC, да, я угадал? Нужно 22 тысячи кубков, чтобы попасть на следующую локацию. Ну а поскольку мы уже с вами находимся на нашей второй локации, это значит, что пора заапгрейдить наших питомцев. Давайте мы с вами откроем яйцо с кактусом за 750 кубасиков. Итак, что нам выпадет из этого кактуса? Верблюд обычный. Верблюд обычный, а? Звучит прикольно. Так, кабан! Оу! Это про меня, ребята, это про меня. Кабан здесь только один, и вы сейчас смотрите именно на него. И опять верблюд. Мы с вами экипировали лучших петов. Итак, давайте посмотрим на наш бонус, который мы сейчас будем с вами накапливать. Ага, плюс 68 взрывов. Ну, по-моему, эти питомцы толком ни на что и не влияют. Может быть, если я их сниму, то я буду примерно столько же взрывов и получать. Так, какие-то бриллиантики мне упали. Нормально, здесь падает примерно по 200 бриллиантов за круг, или даже по 300 бриллиантов. У меня сейчас 757 бриллиантов бонусом. Так, не пропускаем. Не пропускаем сейчас этот бонус. Вот этот бонус самый тяжелый. А X2,5 вообще непроходимый, по-моему. Я пытаюсь, ребята, изо всех сил. У меня рука устала. X2,5 бонус. Не, до X3 я не дойду. Все. У меня устали руки, чуваки. У меня устали руки. Мы здесь такую дырень проделали. Ёлы-палы. Ладно, давайте отсюда заберем бонусы. По 171 мы с вами получаем. Не зря мы все-таки прокачали нашу удачу. По-моему, удача влияет как раз-таки на получение этих бриллиантов. Так, можем ли мы с вами активировать какую-то бомбочку? Ага, нет, Игнатион, нужно еще 13 тысяч взрывов, окей. Кстати говоря, ребитки я по-прежнему не делал. Да, я тот самый чувак, который никогда не делает ребитки. Доходим с вами до песчаника быстро, проскипали с вами этот сахарный тростник. И давайте сразу после того, как мы с вами телепортируемся обратно в самое начало, мы с вами сейчас попробуем купить донатовского питомца, почему бы и нет. Получаем наши кубасики, плюс 711 кубков. О, 22 тысячи нужно набрать, это просто какой-то капец.
VIP-колесо фортуны? Так, подождите, по-моему, мне это нужно. Увеличение удачи при вылуплении питомцев. Если будем с вами донатить, то нам бы было бы прикольно выбить самого крутого донатовского питомца. Давайте я куплю супер удачу за 600 робоксов. Улучшенный крафт. Я пока что не знаю, стоит ли нам это покупать или нет. X2 мощность есть. VIP-ка за 199 робоксов. Ребята, вот сейчас я уже потратил, наверное, около 2 или 3 тысяч робоксов. Поэтому обязательно поставьте лайкосик. Магнит с драгоценными камнями. Так, эта штука нам пригодится 100%. А дальше у нас продаются просто какие-то драгоценные камни, монета и зелье. У нас есть одна зелька на удачу. О, здесь есть зелье X2 Винбуст и X2 Сила. Давайте, почему бы и нет. У нас и так куплены X2 выигрыша, а сейчас еще с X2 бустом будем с вами в 4 раза больше получать этих кубасиков. Итак, давайте я покручу колесо фортуны для випов, для супер випов, так сказать. Итак, что же нам отсюда выпадет? Оу! Шансом 20% получаем с вами 600 кубасиков. Давай, еще раз вращаем это колесо. И так, только бы не 600. Блин, опять 600 кубков. Что-то какой-то отстой, бесполезное колесо фортуны. А здесь, на бесплатном колесе, у нас тоже есть одно вращение. Давайте повращаем. Так. Что ж получим? Редкий питомец, пожалуйста. О, зелье X2 победы, которое я только что купил за много робоксов. Вот отстой, а. Настало время крутого питомца. Смотрите-ка, стартовый пакет, эксклюзивное черепное яйцо. Шанс 0,1% на выпадение вот этого редкого пета. Ну что ж, давайте откроем 3 таких яйца за 849 робоксов. Почему бы и нет? Открываем 3 яйца. О, это же реально черепы. Опа! Эксклюзивный гигантский питомец. Нифига себе. Мне выпал питомец с шансом 0,5%. Ребята, вы представляете, что сейчас будет происходить, да? Смотрите, сколько взрывов мы будем с вами получать. Офигеть, мы с вами полкарты здесь разносим! Вот это я понимаю, питомца, а, ёлы-палы. Так, 54 тысячи взрывов у нас есть. Капец, мы здесь лунный кратер настоящий построили. Вот, кстати говоря, можно посмотреть, как эта карта выглядит по слоям. Телепортируемся, 76 тысяч взрывов. Покупаем с вами Игнатион, и следующий это будет у нас Твистер. Твистер за 54 тысячи. Это что, это банка с газировкой вздутой? О, это какой-то запрещенный прием, по-моему. Сейчас мы с тобой дойдем до конца и сразу же получаем следующие бомбочки, и потом уже можно переходить на следующую карту. А, да, еще 5000 осталось. Еще чуть-чуть. Я думаю, что если мы с вами сейчас выпьем зелье буста, то вы представляете, что сейчас будет? Мы сейчас с вами это все пройдем за несколько секунд. Да, я думаю, что 22 тысячи у нас будет именно сейчас. 23 тысячи. Все, можем с вами переходить на следующую локацию. Это у нас локация джунгли. Тем временем у нас накопились бриллианты. Это значит, что пора делать какие-то новые обновления. Блин, какая гигантская толстая змея. Игуана, это ж Спарки! Как я сразу-то это не заметил, а? Итак, обновление. Что будем с вами обновлять? Давайте удачу обновим. Шанс драгоценных камней. Вот это полезная штука. Ну и все, в принципе. Скорость прогулки. На это весь наш остаток потратили. Можем ли мы здесь прокрутить новое колесо фортуны? Да, поскольку мы с вами випы. Надеюсь, что да. Нет, не можем. Через 8 часов только в следующий раз. О, здесь есть какое-то львиное яйцо. Нифига себе, за 349 робоксов. Эксклюзивное яйцо номер 3. Ладно, нет, хватит с меня этих эксклюзивных яиц. Наверное, в этом магазине уже обновилось. Да, вот, кстати говоря, оно. Стартовый пакет с тигрятами. Больше питомцев мне не нужно. Я и с этими питомцами отлично справляюсь. Вы смотрите, на третьей карте мы тоже с вами делаем лунные кратеры. Мне кажется, мы сейчас с вами просто проспидраним весь этот режим. Честное слово. О, еще буст включился на 1 минуту. Просто замечательно. Береза? Серьезно? Что она там делает? А это, кстати, реально скачанные текстуры из Майнкрафта. Я вот посмотрел на вот эту линию справа. Просто один в один, честное слово. Так, давайте используем с вами автокопание. Я мог нажать на эту мышку, и все! Шкала сама набирается! Офигеть! Я ничего не делаю! Он сам за меня все подрывает! Как я не заметил эту клавишу, елы-палы, это такой стыд и позор. Персонаж даже за меня двигается. Офигеть. Так, он выкидывает сразу несколько тысяч бомбочек. 500 000 взрывов мы с вами накопили, 231 тысяча кубков. Я думаю, что этого уже тоже достаточно для прохода на следующую локацию. Бонус у нас был просто замечательный. Та-дам! 600 тысяч! Потратим на Тинти. Что такое спиребласт? 475 тысяч кубков нам нужно. За секунду нафармлю. Просто за 1 секунду. Шанс драгоценных камней. Опять же, вкачиваем эту штуковину. По-моему, это самая полезная функция. Буст на X2 кубки у нас будет действовать еще целых 6 минут. Это очень хорошо. Можно пока что пойти выпить чаю, скушать печенюшки. Не знаю, чем еще можно заняться. Можно вот так вот понаблюдать от третьего лица, как мой персонаж сам двигается.
и проламывают все это дело. Как быстро прокапываются туннели. Просто офигеть, офигешеньки. 513 тысяч. А, все! По идее, я уже могу переходить на следующую локацию. Я же до конца не купил все гранатки, которые есть на этой локации. Так, давай, 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 побежали, пока действует буст. 44 секунды. Телепортируемся. Здесь мы с вами уже будем выкапывать алмазы. И тут наши гранатки максимально беспомощны. И мы действительно начали чаще находить бриллианты, благодаря тому, то, что я приобрел улучшение на поиск драгоценных камней. А драгоценные камни нам нужны для улучшений, для каких-то других улучшений, да? Все, я думаю, можно переходить на следующую карту. 2 миллиона кубасов. Это 100% четвертая карта. Ладно, давайте куплю бумбокс. Светлячок будет стоить 750 тысяч. Нам осталось всего 3 бомбочки здесь разблокировать на этой карте. И будет четвертая локация. Так, давайте посмотрим, какие яйца мы здесь можем с вами открыть. О, вот это фиолетовое яйцо выглядит очень круто. Так, давайте я его открою. Ага, это изумрудное яйцо. Мышь обычная. Итак, какие бусты дает эта мышь обычная? X81. Столько же, сколько и игуана. Так, а вот здесь мы можем с вами получить эксклюзивного питомца смерть. Эксклюзивное яйцо за 349 робоксов. Сколько я сдонатил уже за этот ролик, ребят. Лайкосик! Будет очень приятно. Так, открываем бет. Летучая мышь. Эксклюзивная. 1100 буста. Ёлки ты палки. Ты что, с ума сошла, летучая мышь, а? Вот это было неплохое донатовское яйцо. Какие можем бусты здесь приобрести? Мощность, удача. Ладно, давайте мощность качаем. И скорость ходьбы. Вот просто, если у нас остаются хоть какие-то бриллианты, будем сливать их именно туда. Так, 15 тысяч кубков, какой-то новый питомец. Прокапываем до самого конца. По 13 тысяч урона мы с вами наносим. Нифига себе. Надеюсь, нам сейчас удастся выбить себе очередной буст. И все. Мне кажется, за одну минуту до четвертой локации просто как нефиг делать. По-моему, я ставлю сейчас все мировые рекорды. Попробуй не залипни челлендж. А, x2,5, это все, это максимум. Мы дошли с вами до лимита. А, значит, больше x2,5 и не было смысла париться. Итак, 15 миллионов мы с вами нафармили. А тут уже было 13,5 миллионов. Четвертая карта, let's go. Новые бомбочки, что куплю? Светлячка куплю, Мирапульс куплю, Плазмаорб. Плазмаорб тоже купим, почему бы и нет. И зелье x2 буст у нас заканчивается буквально через 10 секунд. Нам нужна самая большая мощь на этой карте. Мы должны быть самыми быстрыми и самыми мощными. Какое здесь донатовское яйцо? Акулье донатовское яйцо. О, вы посмотрите, отсюда может выпасть Бэйби Шарк. Рыба фугу. X2200? Серьезно? О, на этой карте нужно собрать 500 миллионов. Это будет потно. Итак, давайте посмотрим, какие у нас здесь есть материалы. Это лед, если что. Кто не знает, да? Дальше идет у нас вода. Синяя вода, да. Дальше у нас идет... Ой, азерит, вроде так он назывался. Это какие-то у нас арбузы. Опять вода, океан, глубокий океан. И, конечно же, магма, да? Или же это просто внутренность арбуза. 48 миллионов мы с вами набрали. Полмиллиарда нам нужно всего суммарно. Йоу, я как будто бы сейчас выиграл какой-то джекпот. Вам так не кажется? А, ну здесь мы с вами за прохождение одного этапа получаем больше миллиона. А в конце вообще 2,5 миллиона получаем, да? У нас есть денежки на новую бомбочку. Новая бомбочка, это у нас будет фростпот, конечно же. Плюс 150% к скорости падения. Я реально как будто бы здесь летаю и больше ничегошеньки не делаю. Всем приятного полета, добро пожаловать на Пози Airlines, да? 142 миллиона у нас есть. Я думаю, что эту игру можно заспидранить вот за 15-20 минут на самом-то деле. Если купить все бусты и каждый раз покупать всех питомцев, которые здесь есть. Имею в виду донатовских питомцев. Через 2 минуты 40 секунд заканчивается зелье усиления. Нет, только не зелье усиления. Хотя я думаю, что через 2 минуты уже будет полмиллиарда кубков и все. Игра пройдена фактически. Там дальше вулкан нас будет ждать. 12 миллионов нафармлено. Вольтовое хранилище. О, дальше у нас будет идти Хала Хеликс за 13 миллионов. И все, нам реально останется последнюю карту пройти. Это будет у нас вулкан. Полмиллиарда кубков есть. Все, мы с вами открыли дорогу себе. 480 миллионов здесь нужно. Все, вулкан, последняя карта, так сказать. Мы с вами прошли эту игру. Через 3 дня и 2 часа появится следующий портал. У-ху-ху! Так, и чем же мы здесь с вами займемся? Ладно, купил я себе Хала Хеликс. Давайте откроем еще одно яйцо за 349 робуксов. Это последнее яйцо на этой карте. И самое мощное яйцо за робуксы. Демоническое яйцо. Оу! Дьявол эксклюзивный редкий. Плюс 6,5 тысяч буста. И мы с вами прокапываемся в самые недры этого вулкана. Кстати, мне всегда было интересно, как выглядит вулкан изнутри.
Так, это у нас лава, судя по всему. Магма там у нас уже дальше идет. А в конце у нас будет идти обсидиан. Ну, конечно же. Вот такая вот интересная карта и такая интересная игра. Мы ее как-то слишком быстро прошли. Я даже, если честно, на это не рассчитывал. Ладно, нажимаем с вами ребитх. И рождение. Та-дам! Все силы у меня обнулены. А, нет, я по-прежнему на этой карте. Я всегда боялся нажимать на эту кнопку. Ну что ж, чуваки, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и увидимся с вами в следующих видосах. Адиас!